В этом видео я продолжу обзор проекта Momentum. У проекта есть легкая книга и белая книга, то есть White Paper и Easy Paper. Easy Paper — это, ну, максимально подробно и сжато описана информация о данном проекте. То есть та же White Paper, но в более сокращенной версии. Но сегодня я рассмотрю именно White Paper. Легкий такой дизайн, не бросается в глаза, не режет, очень хорошо. Нету желания поскорее закрыть wallpaper и идти дальше заниматься своими делами. Хорошо, перейдем. В общем-то, перейдем к содержанию. Здесь писано резюме руководства, введение, наше видение, платформа, что все это значит, технологическое решение, бизнес-модель, команда. Ну и, в общем-то, все. Также, почему именно Mobile Bridge и юридический отказ от ответственности, ну, то есть, личная оферта. Резюме руководства. Mobile Bridge создан, чтобы революционизировать мир маркетинга и лояльности клиентов путем переопределения того, как компания строит отношения с клиентами и управляет этими отношениями. Мы запускаем первую в мире, базирующую на блокчейне и криптотокене, платформу автоматизации маркетинга. И токен Momentum. Это позволит компаниям использовать токен Momentum или запускать свои собственные криптотокены, чтобы более точно вовлекать и вознаграждать своих клиентов в обмен на их внимание, бизнес, пропаганду бренда и информацию, при этом предоставляя потребителям полный контроль над их личными данными. Ну, то есть вы можете полностью управлять своим SEO, это очень хорошо. Здесь мы видим различные. Мы видим пример того, как мы можем использовать данный проект. То есть пошли вы в Burger King, купили себе бургер, система занесла вашу покупку в ваш профиль. То есть теперь в вашем профиле видно, ну, то, что вы купили бургер, видно только для вас. Вот, и то есть с помощью этого бургера вы можете выиграть в дальнейшем времени какой-либо купон на бесплатный бургер. То есть купили бургеры, у вас есть шанс получить еще один такой же бургер. Ну, по-моему, это очень даже хорошо. Mobile Bridge сегодня. За последние несколько лет произошли огромные изменения. С ростом интернета, социальных и мобильных технологий, неизбежный переход власти от розничных торговцев и брендов к потребителю был неизбежен. Потребители обладают бесконечной информацией для поддержки своих потребностей и принятия решений о покупках, которые у них под рукой. Они имеют легкий доступ к данным о продукте, цене и местоположении. В этом новом контексте потребители берут на себя принятие собственных решений, а роль продавцов становится все более сложной. Mobile Bridge был разработан для работы в этом новом мире. На всей странице мы видим. Вот опять Burger King. Мы видим то, как все это работает. Нам все это показывают на примере. То есть вы идете в магазин, покупаете какую-либо вещь. И далее эта покупка вносится в ваш профиль. И в дальнейшем времени вы сможете получить либо купон на еще один такой же товар, либо скидку на следующий, либо бесплатный следующий, ну и различные другие прочие купоны. Также часть денег, потраченных, вам возвращается на счет, ну, то есть своеобразный кэшбэк. Кэшбэк составляет, ну, довольно там хороший процент. Я считаю, побольше уж, чем в остальных кэшбэк-сервисах, которые через раз выдают кэшбэк. И, есть какой-то порог вывода, то есть вам нужно накопить, допустим, 1000 баллов, чтобы вывести. То есть, если вы активно ходите, посещаете магазины, продукты и одежду и вообще все что угодно, любые покупки, то вам начисляются за эти покупки бонусы. Вы можете также рассказывать друзьям о своих, ну, о брендах, рекомендовать своим друзьям, получать прибыль за них. В общем, принимать участие в развитии проекта и за это
вам будут платить. Но я считаю это отличным занятием. Это может пойти даже как подработка, а то и работа. Ну, я считаю, это отличная возможность для некоторых заработать денег. На этом я бы хотел завершить обзор White Paper. Всем до новых встреч!